добрым утром. Как спалось? Как настроение? Пока тебя не услышал, все было отлично. У меня к тебе вопрос. Что ты вообще такое? Ты не поверишь, но я человек. У меня даже имя есть. Я Ричард. Ричард Хилл. Точнее говоря, я был человеком, пока копы не пристрелили меня в своем собственном доме. Почему они это сделали? Я оказался случайным свидетелем их грязных делишек. Теперь ты на мне отыгрываешься? Ну, можно сказать и так. Но ты не бойся, все идет по плану. По какому еще плану? Что ты задумал?
куда теперь? Налево или направо? Thank you.
Похоже, это поезд. Нужно успеть. Через несколько часов будем в городе. Там я найду телефон и позвоню Доку. Ты все-таки хочешь от меня избавиться? А как же все то, через что мы прошли? Ты серьезно? От тебя одни неприятности. То есть это все? Это конец? Ты точно этого хочешь? Да, больше не хочу тебя слышать. Ты мне надоел. Сегодня все кончится. Смотри, не пожалей о своем выборе. Рано или поздно я вернусь снова. И тогда ты не сможешь меня удержать. Док, это я. Узнали? Да, узнал. Тебя показывают по телевизору. Подозревают в убийстве. Что происходит? Он вернулся, док. Вернулся. Кто вернулся? Ты о чем? Тот, от кого мы избавились 2 года назад. Возможно, это прозвучит глупо, но это он убил человека. Помогите мне от него избавиться. Снова. Я
Я же объяснял, таблетки дают лишь временный эффект. Только ты мне можешь помочь. Как только он исчезнет, я сдамся. Так, хорошо. Я перезвоню через несколько минут. Жди звонка. Похоже, он тебя кинул. Значит, пойдем к доку без приглашения. Не стоит рисковать. Thank you.